Друзья, всем привет, на связи Лучков. Сегодня мы говорим про очень крутую тему. И сегодня мы будем говорить про Samsung Galaxy S7 Edge. И вы сейчас меня спросите: Лучков, что это ты 20 числа июля месяца 2016 года решил нам рассказывать про Samsung Galaxy S7 Edge? Смартфон, которому уже год, даже больше. Так в этом и прикол — рассказать вам про устройство, которое до сих пор невероятно актуально. Каждый день я получаю массу писем и вопросов о том, какой смартфон выбрать. И многие меня спрашивают, актуален ли Samsung Galaxy S7 Edge. Сегодня разберемся. И у меня для вас есть невероятно крутая информация, которую я прекрасно знаю. Возможно, вы знаете. Валя, ты знаешь? Не знаешь. Ну, а я знаю. Смотрите, что получается. Samsung Galaxy S8, флагман этого года, продался в размере 9 миллионов штук. Все могут похлопать, либо рассказать не очень хорошо. Но за это же время Samsung Galaxy S7 Edge продался 12 миллионов штук. То есть флагман прошлого года продался на 4 миллиона больше, чем флагман текущего года в один и тот же промежуток времени. Эту информацию можно воспринимать абсолютно по-разному. Кто-то скажет: фу, позор, у Samsung Galaxy S8 не взлетел, ё-моё, что такое, никому новый дизайн не зашел. Это как бы одна сторона медали, это можно рассматривать так. Но также можно рассматривать и по-другому. Прошлогодний смартфон был настолько офигенный, что люди до сих пор его покупают. Я же буду склоняться к чему-то среднему. Я не буду вдаваться в такие подробности, что Samsung Galaxy S8 плохо продается, потому что 9 миллионов штук — это неплохо, это ни хрена себе. Телефон стоимостью от 900 до 1100 баксов, который продался в размере 9 миллионов штук — это бомбезно. Он стоил гораздо дороже, чем Samsung Galaxy S7 Edge. Вот цена на старте была, по-моему, около 800 долларов. И, кстати, цена на сегодняшний день этого смартфона настолько актуальна, что его точно стоит купить. И сегодня мы перечислим с вами 5 пунктов, почему этот смартфон реально крутой. Поговорим про дизайн и его актуальность, поговорим про производительность, конечно же, поговорим про камеру. Также поговорим про нюансы покупки на сегодняшний момент этого смартфона и некоторые недочеты. Поехали! Актуален ли дизайн Samsung Galaxy S7 Edge на сегодняшний день? На вторую половину, скоро начнется вторая половина 2017 года. Мега актуален. Посмотрите на его дизайн, сравните с тем, что есть на рынке. Я хочу вам сказать, что большинство компаний, начиная с прошлого года, всячески старались повторить дизайн Samsung'ов с точки зрения изогнутости экрана, материалов корпуса. Ни у кого не получилось. Мне вот оператор говорит: протри смартфон, на нем какой-то холодец. Конечно, холодец, ему уже год. На него скоро, блин, вообще седина проступит. Обсисю. Все, чистый. Поехали дальше. Этот смартфон до сих пор выглядит очень премиально. Реально премиально. И на него есть очень крутые аксессуары. Разные чехлы, которые могут некоторые недочеты дизайна убрать. Про некоторые недочеты дизайна я имею в виду вот эти скошенные края. И у некоторых людей возникают случайные нажатия на экран. Да, я знаю, это не секрет. У меня случайных нажатий не так, чтобы много, поэтому я хожу без чехла. К слову, именно этот смартфон было достать не так-то просто, потому что на сегодняшний день, если, к примеру, не купить Samsung Galaxy S7 Edge, то его нужно где-то раздобыть. В моем случае я позвонил в компанию Samsung, говорю: дайте мне один Galaxy S7 Edge. Они говорят: где мы тебе его возьмем? У нас ни у кого нет. Мы все блатные, ходим с Galaxy S8 давным-давно, ха-ха-ха. И поэтому ко мне на помощь пришел мой одесский коллега, за что ему отдельное спасибо. С точки зрения дизайна, опять-таки повторюсь, это актуальное устройство, я думаю, вы в этом не сомневаетесь, поэтому здесь и говорить нечего. Если говорить про тот же Samsung Galaxy S8, там поменялось кардинально только одно. Это соотношение сторон экрана, и это то, что вот эту кнопку, которая для меня кажется невероятно удобной, ее перенесли, блин, вот сюда, на Galaxy S8. Надо постоянно вот так вот холодец сделать, холодец на камеру, чтобы попасть вот на сканер отпечатка пальцев. Я удивляюсь, многие люди в комментариях пишут: чувак, да все там удобно, в Galaxy S8 расположили сканер отпечатка пальцев, ты просто что-то слишком гонишь, я привык, мне даже нравится. То есть некоторые люди говорят, что им нравится, что сканер отпечатка пальца находится возле камеры. Это ненормально, вот пусть вот так вот лучше, оно лучше. У смартфона сохранилось олеофобное покрытие, это вообще удивительно, и это на редкость, потому что у некоторых смартфонов олеофобка слазит там спустя 2-3 месяца после использования. Здесь все гладенько, я уже, как вы видели, его вытирал об сисю, и все было хорошо. С дизайном, думаю, не стоит говорить, это уникальное устройство, которое до сих пор мало кто может повторить, и Galaxy S7 Edge в 2017 году из-за внешнего вида покупать стоит, он до сих пор узнаваем. На расстоянии 10 метров, если у вас увидят в руках этот смартфон, все сразу скажут: да, это Samsung.
С точки зрения производительности, что произошло с этим смартфоном спустя год? Все вы наверняка знаете, что Samsung с точки зрения расторопности работы интерфейса это не самое проворливое устройство. Если сравнивать его с OnePlus 3-5 поколения, либо же с Pixel, он, конечно, значительно отстает по скорости работы, особенно в интерфейсе, потому что их оболочка, она очень навороченная, и она, конечно же, потом начинает слегка тупить. То же самое случается и с Galaxy S8, и Galaxy S7 не исключение, но опять-таки вот спустя год, если берешь этот смартфон, то ну, тут прикопаться не к чему. Это флагманское устройство, оно ощущается флагманским до сих пор. Все очень быстро открывается, любые игры, как вы понимаете, здесь работают спокойно, без каких-либо вопросов. И Вантуту этот смартфон набирает 133-135 тысяч баллов. Смартфону больше года. Если вы обратите внимание, текущие смартфоны Вантуту набирают от 140 до 170 тысяч баллов. К примеру, тот же накрученный OnePlus 5 набирает где-то 170 тысяч баллов. Разница в 30 тысяч Вантуту, она вообще ни о чем, она несущественна. И вот для устройства с 4 гигабайтами оперативной памяти, собственным процессором, хотя здесь стоит, по-моему, не Exynos, а Snapdragon, потому что это американская версия смартфона на одну сим-карту, это все равно очень-очень круто. Это безумно проворное устройство, поэтому если вы хотите купить на сегодняшний день себе недорогой флагман прошлого года, то точно стоит обратить внимание на Galaxy S7 Edge с точки зрения производительности. Игрухи любые на ура, приложения любые на ура. Тут мощности за глаза, то есть разница между Galaxy S8 и Galaxy S7 Edge с точки зрения производительности, она минимальна. Камера. Год назад, когда вышел Galaxy S7 Edge, я сравнивал его с iPhone'ом и сразу же всем говорил, что, блин, уже тогда камера Samsung'а уделывала во многих моментах камеру iPhone'а. Здесь ничего не поменялось. Если сейчас сравнивать лоб-лоб фотографии, сделанные на Galaxy S8 и на Galaxy S7 Edge, вы навряд ли сможете определить, где какой смартфон. Он фотографирует обалденно. Вечером классные ручные настройки камеры, обалденная запись видео, обалденное качество записи звука и вообще фотографии резкие, детализированные. Да, здесь до сих пор есть немножко дисторсия при фотографировании, которая исправляется настройкой в камере, убирание этой дисторсии. Но в остальном это реально must-have для людей, которые хотят фотографировать. Если вы хотите выложить минимально допустимую сумму денег и получить максимально крутое фоторешение, то вот флагман прошлого года в лице Samsung Galaxy S7 Edge — это шикарный выбор. Я думаю, что фотографии, которые я делаю на этот смартфон, сами говорят за себя. Четвертый немаловажный показатель — это стоимость устройства. В официальных магазинах, допустим, в Украине либо в России, он до сих пор стоит очень дорого. К примеру, я встречал в Одессе цену в 20 тысяч гривен. 20 тысяч гривен — это сколько? Делим на 26. Давайте сейчас сразу поделим на 26 и поймем, сколько он стоит в официальной рознице с точки зрения официального устройства с гарантией там, на 2 года или сколько Samsung дает. Делим на 26, это получается 770 баксов. Ого-го, дорого, но... Это устройство я рекомендую покупать сейчас вам, ну, мягко говоря, сериком, да, то есть неофициальное. 770 баксов нет смысла выкладывать, потому что розница вообще обнаглела, не хочет почему-то снижать стоимость на это устройство. А на серике, на сером рынке, то есть у перекупщиков, да, пусть оно будет идти без бешеной гарантии и прочих вещей, его можно найти за 460 баксов. Понимаете разницу? 770 и 460. Но самое важное, что вы должны знать, покупая этот смартфон на AliExpress, а на AliExpress его выгоднее всего купить, там огромное количество Samsung Galaxy S7 Edge по офигенным ценам, обязательно проверяйте статус этого смартфона. Дело все в том, что незаметная подпись присутствует на AliExpress, где написано, что устройство было восстановлено, то есть отремонтировано. Если вы посмотрите, разница в цене на отремонтированное устройство, refurbished, и новое устройство, там небольшая разница, то есть восстановленное может стоить баксов 420, а новая 460. Почему не стоит, наверное, покупать рефаб? Самая важная причина заключается в том, что после ремонта Samsung Galaxy S7 Edge у него практически гарантированно пропадает влагозащита. То есть после ремонта даже заводского производитель не возвращает функцию влагозащиты, потому что это дорогостоящая операция. И когда его разбирают, просто вот этот специальный клей, на который посажено стекло и все полные прослойки, оно исчезает, его никто не будет геморроиться восстанавливать. То есть это, да, будет восстановленное устройство, полностью функциональное, идеально работающее, но оно будет без влагозащиты. Разница в 30-40 баксов, я думаю, стоит отдать
за новое устройство с влагозащитой. По ссылке в описании я размещу специальный лот на AliExpress, где можно найти по нормальной цене Galaxy S7 Edge новый, не восстановленный. Сверху, если вы наложите еще кэшбэк, то 460-480 баксов минус кэшбэк, и будет очень сладко. Пятый, последний пункт. Я хочу подвести некоторые итоги, рассказать, что меня, скажем так, не то, что не нравится, немножко не устраивает Galaxy S7 Edge на сегодняшний день. Всего одна вещь. Это разъем USB Type-C. Я не знаю, как вам объяснить, но за этот год через меня прошло огромное количество смартфонов, и все они были на USB Type-C. И даже не флагманские смартфоны. Я очень привык к этому разъему. У меня уже куча кабелей накуплено USB Type-C. Два дома, два в офисе, еще три в сумке валяется, и в машине один. И когда я его распаковал и взял, увидел вот этот микро-USB, у меня как-то вообще какой-то флешбэк в прошлое. Прошел всего лишь год, и я с удовольствием забыл про микро-USB. Хотя я знаю, что до сих пор у людей в охапке огромное количество этих проводов, в комплекте есть провод, нет никаких проблем его подключать. Но USB Type-C настолько крутой, что после него вот смотришь на вот эту дырочку, и он просто раздражает. Итак, Samsung Galaxy S7 Edge, да, есть смысл покупать в 2017 году. Даже больше скажу. Если вы смотрели в сторону Galaxy S8 и понимали, что вам не хватает приличной суммы денег на это устройство, задумайтесь насчет покупки Galaxy S7 Edge. Оно будет актуально еще не один год. Это хорошее устройство до 2018, может быть, и 2019 года доживет без проблем. То же самое могло случиться бы и Samsung Galaxy Note 7, если бы он не... Сами знаете, что с ним произошло. Тем более, сейчас даже выпустили переиздание этого смартфона, он будет продаваться. Но это актуальное устройство, актуальное во всех смыслах. Технически актуальное, по камере актуальное. Экран бомбезный, это супер разрешение. При этом супер AMOLED цветной, который действительно классно выглядит. Есть влагозащита, классно записывает видео, классно пишет звук. Уникальный дизайн и огромное количество аксессуаров. Я думаю, что я вполне охватил тему и ответил вам на вопрос, почему спустя год Samsung Galaxy S7 Edge это супер-мега-устройство. Я хочу вам сказать, что помимо Samsung Galaxy S7 Edge есть еще большое количество смартфонов прошлогодних, о которых стоит тоже упомянуть в видео, которые тоже актуально купить. Я пока не знаю, про какой следующий смартфон я буду вам рассказывать, который до сих пор актуален. Быть может, кто-нибудь из вас в комментариях напишет предложение, про что рассказать. Есть, например, огромное количество смартфонов. LG-шка. Пиксель, да там куча всего, тот же iPhone 6s, которому уже 2 года, до сих пор актуален, на нем тоже можно сказать в каком-то аспекте. Поэтому в комментариях обязательно напишите ваши пожелания, предпочтения, о чем вы хотите узнать дальше. Мне очень нравится рассказывать про флагманы прошлых годов, бывает даже меня прет рассказывать про флагманы, которым 2-3 года, они тоже в некоторых моментах бывают актуальны для некоторых людей. У меня даже возникла идея, может мне начать коллекционировать прошлогодние флагманы и как бы вообще перевести ветку устройств вот в таком порядке. Покупать всегда прошлогодний флагман, не обновляться на новый. Конечно же, я этого не сделаю, потому что моя работа мне этого не позволяет. Концовочку я сейчас завершу маленьким объявлением, очень крутым. Друзья, у меня для вас очень важное и классное объявление. На днях я сидел и думал, как бы вот нам все это дело так завертеть на YouTube, чтобы и вам было весело, и мне не было геморроя насчет того, что в следующий раз снять. И тут подсказка пришла сама по себе. Я зашел в свой... не паблик даже, на свою страницу ВКонтакте, зашел во входящие сообщения и увидел 80 пропущенных сообщений, которые начинаются с фразы «Иван, подскажи, какой смартфон купить?» Меня дико достал этот вопрос, мне его пишут просто везде, все подряд, в Инстаграме, в Твиттере, во всех социальных сетях меня долбят уже который год подряд вопросом «Помогите, какое устройство выбрать?» Вопросы эти надоели, но раз людям так это нужно, то нужно помогать. Поэтому я хочу возродить свою рубрику, которая называется «Лучков ответь». Итак, раз в неделю вы заходите в Твиттер и к моему никнейму пишите вопрос, который вас интересует. Любой вопрос, какой смартфон выбрать, какой ноутбук выбрать, как познакомиться с девушкой, там, какие носки купить. Ну, в общем, я могу на многое ответить. И ставите хэштег «Лучков ответь». Я буду выбирать три самых интересных вопроса, либо же три самых пересекающихся вопроса, которые часто повторяются, и раз в неделю, там, в рамках 3 минут отвечать на 3 ваших вопроса. И эту рубрику можно продолжать вечно, она будет вечная, и мы с вами будем так общаться. Поэтому подписывайтесь на Twitter и прямо там задавайте вопрос с хэштегом «Лучков ответь». Будет клево, я сейчас пойду записывать первый видос. Ребятки, подписывайтесь на канал, обязательно жмякайте вот этот колокольчик счастья. Я всегда жмякаю, счастье приходит, честно вам говорю. Также подписывайтесь на Twitter, Instagram и наш уютный
глухонемой телеграм-канал. Пока!